Открыто, заходите. Привет, брат. О, привет, брат. Давно не виделись. Давненько. Что-то ты легко одет. Ты знаешь, спешу жить. Наверстываю упущенные годы. Кстати, это тебе. Ха-ха, вискарик. Вискарик. Вот это тема. Тема. А это что за тема? Это Ройксоп. Пересматриваю старье. Ничего. Догоню то все, что упустил. Пойдем? Что, пройдем. Да, это тема. А вот скажи, вот можно на эту тему ройксоповскую сделать камеру? На ройксоп давно хотел ее сделать и уже практически готово. Вот как раз недавно руки дошли. Хорошая идея. Ты знаешь, у меня есть текст неплохой. Могла бы получиться хорошая песня. Мы же когда-то с тобой, помнишь, делали? Хорошая идея. Может, сделаем опять? Запишем. Запишем, да. Ну, я думаю, может быть, взбрызнем? Да. Виски неплохой, я в курсе. Отлично. Фух, ну, как говорят, чуть-чуть срываем, подлёдик, отлично. Ну что, брат, давай за встречу, давно не видел. Встречу. Тебе чуть больше, ладно? Ладно. Все, брат, поехали. За творческий союз. Ура. Говорила, не повезет, словно в воду глядела, закрыли под Новый год. Как ты в картах увидела холодный казенный дом, и как жизнь повернулась так, что я оказался в нем. Говорит народ, вместо теплой квартиры над бараком метель метет. Вместо кожаной куртки дешевый тюремный прикид. Вместо вкусных оладушек сухарями вся зона хрустит. Дорогая, напиши.
души, как сынишка, как мать, хоть одним бы глазочком на секунду вас всех увидать. У вас на воле чудесно, Новый год уже на носу. На ресницах снежинки потекли, и не видно слезу. Снег идет, знаю, мне повезет, а тайга поет, может быть, через год. Снег идет, а меня воля ждет, а тайга поет. Подождет еще год. Что-то мне тут сургуч, по-моему, попался. Сейчас я его выловлю. Ай, блядь. О, да, сургуч. Брат, ну у тебя чисто там все. Ну что, погнали? Ну, будем. Какие наши годы? Да, дела, дела. Какие дела. Наши годы? Будь здоров. Ну-ну, так что там произошло? Собаки, мусора.